Нам есть что сказать тем, кто идет за нами. Из обломка огромной империи мы создали новое государство, выстраивая почти с нуля политическую, экономическую, социальную систему, можно сказать, вырастили его, а вместе с ним новое поколение первых детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились. Подчеркиваю, мы учились такими быть с вами, а они уже такими родились. Вы знаете, много сейчас болтовни. Вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделит и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь сам по себе, президент, правительство, еще, они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает. Глубинный ответ. Они истории нашей новой национальной идентичности. У нас, молодежи, есть главное – мирная, красивая, независимая страна, есть традиции, богатое, культурное, духовное наследие, есть героическая история, которой они должны гордиться. Встречаясь с молодыми людьми, я всегда вижу умных, талантливых, неравнодушных юношей и девушек. Сегодня можно и нужно опираться на их знания, интеллект, смелость, в хорошем смысле дерзость. Наши дети должны видеть и чувствовать, что нужны нам, нужны своей стране. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы они раскрывали таланты и воплощали в жизнь мечты на родине, у себя дома. Особенно сейчас, когда в мире в прямом смысле идет битва за молодые умы, когда они подвергаются мощному информационному давлению, разрушающему систему ценностей, мы знаем, для чего это делается. Нам надо создавать как можно больше качественно молодежного контента в СМИ. Не только развлекательного характера, но и погружающего в серьезные темы. Побудить молодежь формировать собственную гражданскую позицию. Подчеркнуть их сопричастность ко всем важным государственным событиям. Большая роль здесь отведена Республиканскому союзу молодежи. Вы, как и другие наши общественные организации, основа гражданского общества. Именно вы должны быть ориентиром для своих сверстников. Не только жить идеями, которыми охвачена современная молодежь, но и быть на полшага впереди.